обыски в Запорожской мэрии. С самого утра в кабинетах замов городского главы и самого градоначальника работали сотрудники службы безопасности. Что они искали и нашли ли, узнаем от Сергея Бордежа. Вместо запланированных рабочих совещаний обыски в рабочих кабинетах сотрудники службы безопасности Украины провели весь день в Запорожской мэрии. Местных чиновников подозревают в связях с боевиками. Искали незаконные средства электронной передачи информации. В самой мэрии все это назвали провокацией. Но этот инцидент, я думаю, надуманный. Потому что, если прочитать ухвалу, то там написано в кабинетах, встановлена какая-то система, що ми кудись там транслюємо якісь дані секретні. Я кажу, що це повний абсурд. Обыски прошли в кабинетах трех замов, а также самого городского головы. С прессой силовики не общались и официально свои действия в СБУ не комментировали. Лишь подтвердили, да, работают. А вот в мэрии журналистам ничего не скрывали. И все подозрения в связях с так называемыми ДНР и ЛНР опровергли. Протокол подписан, мне вручили, что ничего не обнаружено. И здесь сепаратистов нет. И я... Как ответственное лицо, как городской голова, заявляю, что в Запорожье сепаратизм не пройдет никогда. Сегодняшние обыски результата так и не принесли. К концу рабочего дня сотрудники СБУ покинули здание мэрии. Правда, завтра придут снова. Силовики еще не успели осмотреть один из кабинетов. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности, телеканал Интер, Запорожье.